Человека, впервые приехавшего в город Брежнев, поражают раздольность, широта и большие расстояния. Четко и отлаженно работает пассажирский транспорт города. По маршруту номер 5 водит свой автобус Владимир Иванович Ермаков. Владимир Иванович понимает, как это важно с хорошим настроением начать свой трудовой день. Поэтому он всегда находит для пассажиров душевные слова. Водительский стаж 25 лет. 500 000 километров без аварий.